Всем привет! Сегодня будем на батуте взрывать шары, но для этого надо его, соответственно, натянуть. Так что поехали. Будем смотреть. У нас есть вот такие вот крючочки. Специальное приспособление, чтобы их натягивать. Сейчас этот процессик будем снимать. Половину мы уже батута натянули. Сейчас будем натягивать вторую половину. Посмотрите, как это делается. Опачки. Для чего вообще вот эта вот штучка, крючочек? Помогает растягивать батут. И получается вот такая движуха. Оп. Оп. Все. Так, ну что, нам нужна леечка. Кстати, не похвастался своей новиночкой. Плюс 60. Точнее, минус 60. Так, ну что, взяли две леечки, пойдемте за водой. Все думаете так просто, это вам не в городских квартирах жить. Краник включил, вода пошла. У нас воду надо добыть, чтобы снять ролик. Посмотрите, какая красота, просто шикарно. Идем. Нелёгок и терник. А там внизу у нас находится родничок. Здесь и будем набирать воды. Тихо, тихо. Тишина. Ребят, тишина, слушайте. Красота, да? Гоу, гоу, гоу. Маленькая горочка. Можно подскользнуться и упасть. Но нас не остановить. Нам нужны лайки и просмотры. Взяли шарик 95 сантиметров, туда налили оранжевой краски, сейчас из лейки нальем туда воды. Как это происходит? Это происходит очень и очень просто. Так, и чуть-чуть, наверное, да? Да. Я думаю, еще надо. Так, стоим. Не донесем. И завязываем шарик. И завязываем шарик. Вот так. Так, ну мы с моим оператором поменялись. Вот. Старайся сверху брать пуховый. Да. Красава. Тяжела жизнь блогера, тиктокера, ютубера.
берем шарик и взрываем его об батут. Поехали.